Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Дворецкий Остин. Как раз, как всегда, в тему события приключения Флинта. И нам сегодня нужно, во-первых, отремонтировать балконную плиту. Ну и там дальше по сюжету папа что-то придумает с Остином, да? Вот здесь. Начинаем. Еще там сундук. Нужно пройти 10 уровней, чтобы получить, да? Посмотрим, как тяжело это будет сегодня сделать. Все зависит во многом от везения. Да, я вижу ракету эту. Просто думаю, что мне сначала нужно. Ага, вот так тоже можно сделать. И самолетик, ух ты. Наверное, я вот так сначала сделаю. О, пазл первый пошел. Так, та ракета, что сверху, мне не нужна именно там. Мне она нужна снизу. Вот, типа так. Ну и, в принципе, можно типа вот так сделать. А здесь бомба. Это вообще джекпот. Как по мне. В такой ситуации это читерская вещь вообще. Ух ты, я не увидел. Как хорошо, что подсказала, ну, вот, компьютер, да? Вообще, можно, во-первых, открыть одну сторону. Ничего не поменяется. А во-вторых, использовать вот это вот. Цацу. Пазлы все выбьются. Интересно. Еще вариант. Класс. Так. А мне нужно всего-то один пончик выбить. Там бомба. А нужна ли мне там бомба? А и нужно было ракетой стрелять. Ладно, у меня есть самолетики, это раз. Так, вот что я сделаю. Вот так вот. Опа. Ну, естественно, самолетик еще один поможет мне выиграть. Вот как-то так. Такой уровень, не сказать, что долгий получился. По времени совсем долгий, буквально 2 минуты. Обычно 3. Не сказать, что легкий, он был очень сложный, но вот. В общем, начал меня там вести. А началось все с бомбы, когда вот сбоку ее взорвал, и дело пошло. Так, а сколько там? 3 звезды, по-моему, нужно, да? Поэтому идем дальше. Теперь уже с Флинтом. Наверное, он мне понадобится. А ведь этот... Это масло. Очень и очень противное. Не люблю его. О, еще и в угол туда засунули мой любимый, хороший мультишар. Может, есть смысл пока вот так сделать? Вот, я думаю, есть смысл, конечно, большой. Опа. И что? Нет. Еще самолетик нет. Я лучше вот так печенье буду бить. И вот что я сделаю. Вы видите? Не говорите, что я читер. Это серьезная заявка на успех. О, а это еще одна. Та-дам! А, стоп, здесь два этапа, масла сильно много еще. Ёлы-палы, а я как-то не подумал, что здесь два этапа. Я как-то вообще заигрался, если честно. Так, нужно все-таки здесь все убрать. Ага, блин, не так. Вот одно масло, и будет мне сейчас тут ковырять мозги. Хоть не вверх. Отлично, не вверх. Все. Супер. Идем дальше. А я как-то или отвернулся, или что. Я не увидел, что здесь именно два этапа, честно. Скажу я вам. А, мне ракета здесь не нужна. Ракета здесь почти бесполезна. Я лучше сделаю вот так. Ух ты! Ну вот не говорите, что я читер. И еще смотрите, что случилось. Ай-яй-яй-яй, как классно. Да, в принципе, что думать? Тут думать-то нечего. Это уже ход был на результат. Ход на миллион, да? Так, раз. А, три масла. Ух ты! Если везет, то везет во всем, да?
Отлично, 21 год остался, разве такое бывает? Скажите вы. Иногда бывает, отвечу я. Так, ну есть у нас звездочки, ремонтируем. О, все бетоном залил, закатал. А, ну вот, балконная плита в порядке, больше никаких трещин. А, и миссис Оливия теперь может не волноваться за безопасность своих гостей. А, Джеб, это по-настоящему блестящая работа, но мне кажется, что такое покрытие смотрится немного скучновато. А, сын, раньше было хуже, а сейчас да, пусть простенько, зато выглядит надежно. А, всегда можно сделать поинтересней. Давайте сверху положим плитку, получится красиво, и установим ограждение, чтобы стало еще безопасней. Как скажешь. За ваши деньги любой каприз. Ага, нужно и туда 4 звезды. Ну, не знаю. Вот сундук должен этот 10 уровней туда положить. Возможно, если не буду проигрывать, если будут сундучки, то пройду быстренько 10 уровней, чтобы вот выполнить это задание. Эх, смотрите, что случилось. Так, нужно вот так сделать. И вот так веревочку перерезать, чтобы бустеры там посыпались, да? Отлично. То же самое не мешало бы сделать и с другой стороны. А, бомба. А нужна ли мне здесь бомба? Это большой-большой вопрос. А лучше бы я, наверное, ракету сделал. Хотя вот освободилась вторая, это второй кладезь бустеров. Ну что, использовать мультишар, как вы думаете? Потому что ждать дальше смысла нет никакого. Можно доиграться. О, ракетка. Вопрос, нужна ли... Ой-ой-ой, вы видите? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, не лети туда, пожалуйста. Есть. Все, что мне теперь нужно сделать, это просто сверху как-то подтянуть бустеры. А вот, допустим, здесь бустер. Не так. Вот так. Вот, подтянул. Даже не знаю, что лучше было с самолетом или с ракетой в таких ситуациях. Но однозначно это хорошее решение. Вы видите, как сразу все поменялось. Просто кардинально. Так. Вот, еще. И... А, всего два масла, так вот. Раз. И два. Фух, ну вот я отскочил здесь, благодаря тому, что мультишар сделал там. А так я вот чувствовал, что я уже начинаю проигрывать этот уровень. Ну, все обошлось. Так, у меня, по-моему, третьего сундука пока сейчас не будет. Нет, нужно пройти еще один уровень. Третий сундук на 4 победах подряд. Опять ходов немного. Все будет зависеть от... В общем, вы поняли, от чего. Наверное, придется мне все-таки сразу использовать мультишар. Иначе потом может быть поздно. Так, сверху самолетик. А, они еще так вот движутся, да? Ага. И вот так. Блин. А там вверху они вверх движутся, а внизу вниз. Короче, не поймешь, как они движутся. Вот пока я не могу расстелить ничего. Бустеров немерено на карте, и все не на коврах. Дайте мне хоть один ковер, что ли, расстелить. А ну-ка. Они вообще вот летят уже непонятно куда, они не знают, куда им лететь. А, вот, один самолетик как раз начинает расстилать мне все. Отлично. Это прорыв. И можно сделать вот так. Правда, там три ракеты зря испортились, но что ж поделать. Было хуже. Так, еще два ковра. 44 ковра, блин. Что-то дело пахнет керосином, вы знаете. Да уж. Как что?
Нужно думать. О, бомбочка, зачем ты мне сейчас именно? Ай-яй-яй, еще одна бомба. Без мультишара здесь ну никак не обойтись. Ладно, сделаю вот так, но что делать? 6 ходов. А, можно сделать вот так еще. Ох ты, 9 уже. Так, ну, вроде как со стороны не так все и плохо, да, но это только со стороны. На самом деле все очень-очень плохо. А, 3. А, и зачем туда полетел? Там бы я и так как-то разобрался. 2-3. Ну вот нет этих 2-3. Их нет. Один ход. Увидеть, что творится. Немного. Немного как-то я вначале растерялся. Но у меня есть кувалда. Не бросать же друзей в беде. Там Остин, наверное, свой какой-то гитаре там бренчит. Да. Вот тяжелый уровень такой. Но не тяжелый, просто невезучий. Видели, сколько я ходов потратил на то, чтобы ковер начать расстилать? Вот мне их буквально там 2-3 хода и не хватило. А сейчас бы вот уже у меня было плюс 3 хода, как раз бы хватило. Ладно, надеюсь, они пригодятся мне эти бусты. А, нет, это сейчас не плюс 3 хода. Короче, нужно проходить этот уровень без потерь. Ну что, с чего начинать? Естественно, с того, что печеньки разбивать. Так. Естественно, с того, что пытаться совместить с чем-то мультишар. Да. Опа. Ух ты. Эврика. Я думаю, что это очень хорошая заявка. Правда, самолетиков очень мало вылетело. Но все равно это лучше, чем бы их вообще не было. Правда ведь? Я лучше так вот сделаю. И вот так. А теперь вот так. Так, а вот бомба меня что-то не радует. В таком месте она. А, там мешает мне. Вот это все. Блин. О, ракета. Ну, допустим. А, и там еще можно было одно сделать. Ну, не знаю. Стоило ли. Вот там сверху мне надо что-то делать. О, вот. Как вариант. Как вариант, вот так. Угу. Ай-яй-яй. Словили мою ракету. Не знаю я. О, вот же ракета, она паутинку там разобьет. Ох, класс, бомбочка. Так. Наверное, я все-таки сделаю вот так. Не знаю почему. Ох ты. А это классно. Вот, супер. А 4 всего лишь этих масла. Вот они сверху все. Минус одно. И еще... Нет, не минус одно, хотя... Опа! Еще минус 2. Блин, ну вот... Полетела сейчас ракета куда нужно. Но она ж, наверное, не полетит. А ну-ка. Полетела. Ай. А если сделать вот так, полетит? Блин, опять не так. О, вот, а это джекпот. Супер. Так, есть ноты на карте? Нот на карте нет.
Нужно теперь что-то придумывать срочно. Один из вариантов — это вот бомбануть этот граммофон. Вот еще один. А, 2-3 ноты, да? Так, а их нужно 5. Одна. Вторая. Ух ты, бомбочка там. Еще выпали, да? Супер. Так, третья. И, в принципе, без вариантов, да? Прошел, прошел, ура! Ну, конечно, уровни попались сложные подряд так. Я аж вспотел, наверное, если бы меня со стороны увидеть. Так, ну, еще одна звезда нужна, идем за ней. По-прежнему плюс 3 хода у меня нет. Опять два этапа, ух ты. Куча пончиков, куча ковров. Ну зато бомба в таком месте, что вот хотя бы по центру они там все, что нужно, сделает. Ладно. Зачем, не знаю, но ладно. Ракета, зачем ты мне там? Кто подскажет? Тому конфетка. О, вот чтоб мультишар, возможно, получился на ковре. Так, нужно все-таки, наверное, его использовать. Толку от него не будет сейчас. Если его беречь. А так вот он расстелил ковры лишние. Ракета нужна? Я думаю, нужна. Здесь снизу тоже вот неплохо так пончики повыбивались. Так, куда ты полетишь? Вот сюда, хорошо. Здесь я смогу ковер, во-первых, расстелить. Нет, вот так я сделаю. И все, и тупик. 3 ковра сверху, да? И куча непонятных ходов, которые мне предлагают. Вот, есть один вариант, чтобы походить. Ракета. Ну, допустим, ракета. Опа. Пончик вывелся. И что? А что там сверху выпадает вообще? А, вот так ракета. Блин. Это несерьезно. Это просто несерьезно. Так, вот еще один пончик выведен. Так, может вниз. Ну вот я сейчас только один ковер расстилаю, а бомба мне поможет со вторым, да? Фух. Ну 17 ходов на нижний этап. Если он очень сложный, я проиграю. Там вот мультишар снизу. Ага, как же здесь быть? Блин. Нужно думать. Допустим. Нужно ли было так делать? Не уверен. Вообще вариантов не вижу. Таких, чтобы просто на удачу ходить. Так удачи не будет, здесь некуда. Вот бомба там на удачу и самолет. Еще один самолет. Может они полетят? Ну полети ты к мультишару. Ну полети, блин, хоть куда-нибудь. Не-а. Не дождешься от него. Еще бомба. Ее совместить как-то. Ага, дождешься от них. О! Ну, допустим. Я понимаю прекрасно, что я уже проиграл здесь. Слишком мало ходов у меня осталось на этот нижний уровень. И слишком уж он сложный.
Да уж. Где все это было раньше? Там снизу льдинки еще не надо разбивать, чтобы вот как-то они пролетели там. Ну, не знаю. Наверное, докуплю ходы, потому что если я сейчас проиграю, то я уже точно не буду здесь потом как-то пытаться выигрывать. А проходить 10 ходов просто будет уже лень. Ну вот что здесь, как их вот вывести, блин, я не знаю. Опять два хода, один газон. Они должны... А, они должны упасть. Как они вообще должны упасть, я не пойму. Откуда? Вот снизу, да? Мультишар. Ну зачем мне сейчас? Допустим, я могу сделать... А ничего не могу сделать. Желтые, синие. На вот этих телепортах там желтый, зеленый. Придется еще ходы покупать. Ну что я могу сделать? Вот, видите, раз. И вот здесь мне не хватает буквально опять одного хода. Хотя если бы я тут разбил молоточком, наверное, получше было. Так, ковер. Так, он туда летит в угол, да? Вот так все классно было, но вот последние уровни как-то вообще не пошли у меня. Да, бывает такое. В итоге все настроение испортилось. Ну, надеюсь, последние уровни будут получше. А для начала, конечно же, мы ставим ограждение, чтобы когда будем ложить плитку, не грохнуться с балкона, да? О, ну вот под такое все и под окна, да? По-моему, такой вариант лучше всего подходит, голубенький с белым. Вот и здорово. А вот, принимайте работу. Вроде бы неплохо получилось. А, получилось просто отлично, Джеб. А, это ограждение прочное? А вы на него хотите что-то уронить? Я бы не рекомендовал, но оно все равно намного прочнее предыдущего. И намного красивее. А еще тут бы здорово смастерить какие-нибудь фигурки сказочных созданий, как на стенах старинных замков. А, так давайте я сделаю, мне не трудно, просто дайте немного времени, и я поставлю фигуры, какие захотите. Типа Левиков, да? Подарок подъехал. Да, лучше 1 000 000 монет подъехало. Ого, фигуры по 3 монеты, типа 3 звезды. Ладно, посмотрим, что я сегодня еще успею сделать. Я уже запутался, сколько уровней сегодня прошел. Наверное, немного, потому что уровни были... сложные, вот эти последние особенно. Дух. Эх, а там мультишар так и остался, да? Вот жук. Придется его использовать, вы знаете. А, чуть еще один не сделался. Но чуть-то не считается шить. Блин. Ух ты! А вот теперь считается. Потому что он сделался. Фарт чистой воды. Но дело в том, что там пончики заперты. И опять, как мне их освободить, я не знаю. Может, все-таки сделать, знаете как? Вот, я придумал. Надо же мне хоть иногда умные ходы какие-то делать, то что-то в последнее время как-то я чуть-чуть расслабился. Ну, во многом благодаря, точнее, не благодаря, а из-за сложных уровней. Так. И вот так. Осталось всего два этих вот масла. Ну, полейте, пожалуйста, на одно из них. Есть такое дело. А вот с этим, надеюсь, мне получится побороться вот так. Все, масло поборол. Самое сложное позади. Теперь займемся... пончиками. Бабах, еще один выведен, и у меня на последний пончик целых 10 ходов. Все.
в этом уровне. Ну то, опять же, потому что я совместил ракету с мультишаром. Если бы не это, то... Ага, 7 уровня прошел. То было бы, конечно, жестко. Так, оценка стоит, а мы идем дальше со следующими звездами. Опять два этапа. Только два этапа сразу вот тяжко. Бомба, ракета. А, наверное, все-таки нужно использовать мультишар, пока он может мне хоть как-то помочь. Та-дам. Как-то все грустновато, вы знаете. О, ракетка сейчас делается. А я ее так вот сделаю. Большой бабах. Как же... А где там эти телепорты? Куда они сыпятся? Не пойму. Не пойму, куда они сыпятся. А, в нижний уровень, наверное. Так, ракета. Так, дело в том, что мне здесь не знаю, что нужно сделать с самолетиками. Куча самолетов получается. Или бомба. Подходит. Нужен самолет. Где самолет? Не вижу самолета. Нужен личный самолет. Ну вот не вижу. Когда он так нужен, я просто трачу ходы. А когда они нужны, то, блин, на карте их целая куча. Капец, голова что-то вообще не работает. Видите, что творится? Я просто убиваю свои шансы на победу. И увеличиваю на трату. Реально вообще, ну блин. На трату бустеров. Вот, наконец-то самолет. Он поехал вниз, и я вместе с ним. 12 ходов. Да вы издеваетесь. А, и ракета там была. Блин, поспешил. И они хотят, чтобы я здесь что-то сделал за оставшиеся ходы. Куча льдинок. Мне их сверху нужно было все разбить, чтобы они сюда не опустились, да? Не, бесполезно. Ай-яй-яй. Двойной самолет. Ну, типа, приятная мелочь, да? Толку от которой уже немного. О, еще одна бомба, ух ты. Если бы немного в стороне, я поверил бы в общий успех. А так вот она там промазала. Что здесь можно придумать? Самолет, естественно. Там еще сверху самолет летит. Мне нужно 3 самолета. Я их никак не сделаю. Придется докупать ходы. Только вот так. Капец. А как начинался обзор? Классно, да? Вот не хотела. Два хода буквально. Жесть. Все потому, что сверху вот я тратил ходы, вы видели. Не мог сделать, наверное, ходов. 10-1 несчастный бустер. Обидно вот. До глубины души. Так стараешься, копишь ты монетки, все потом берешь их, профукиваешь. Ну, не в них счастье, ладно, идем дальше. Хочу все-таки сундук тут открыть, хоть там в нем и приз особо не важен, но уже начал, значит буду пытаться. Так, хоть здесь один этап, интересно. Ай, надо было ниже пускать бомбу. А, вот типа так. Блин. Типа не так. Ладно. Опа.
Может, все-таки использовать мультишар. Пока он может мне хороший бонус дать. Так, ну что? Надо делать вот так. Бомбочка. Ух ты, ракета. Дух. Опа. Ракетка, давай ты полетишь куда-то пониже. Нормально. Лучше так, чем никак. И сразу 4 яблока. И еще самолетик. Вот, супер. И ракета, и самолетики. 15 ходов. Вроде как получается все, но вот ходы как-то уменьшаются резко. И нет вариантов с хорошими бустерами. Вот что плохо. Вот не везет. Все, нет ходов. Бомба. Ой, смотрите. Допустим... О, класс, идеальный вариант с бомбой. Так, еще раз бомба. Ну... В принципе, тоже неплохой вариант. 5 этих всего. Нет, я лучше сделаю здесь вот так. А теперь вот так. 4 вишни. Причем все находятся в таких местах, до которых добраться, блин, ну нереально. 3 хода. Да. Наша песня хороша. Начинай сначала. Опять не хватает буквально немного. Ой-ой-ой. Докупаю, что поделать. Если у меня сегодня такой уже уровень, блин, чей этот обзор. Или так классно все получалось, начиналось вот. И на тебе под конец. Ай, а почему не так? Блин. Похоже, мне еще молотки придется тратить. Так. Наверное, вы знаете, нет, Чети. Я сделаю вот так все-таки. Надеюсь, он не полетит мимо как-то, каким-то чудом. Да, надо поскорее этот обзор завершать, а то я уже бомжом скоро стану дворецком. Вот когда не идет игра, то что ж поделаешь. Сундук, который я хотел получить, он, блин, не стоит и десятой части того, что я потратил уже. А последний уровень на сегодня, уже долгий такой обзор, но что поделать. Поставил себе цель пройти 10 уровней, чтобы сундук получить, надо ее выполнять. Опять эти два этапа. Два мультишара уже. Ладно. Два так два. Вот так, естественно. Надо еще вот так сделать. Так, ну а что дальше? Зеленые, розовые. Как-то их мало везде, ладно. Использую. Да, ракета здесь очень даже нужна. И вот это тоже. Так, там самолет, здесь вишня. Там сверху тоже вишня выбилась сама. Супер. Все, последняя вишня. Едем вниз. 27 ходов, в принципе, неплохо. Но внизу уже не будет стартовых бустеров, естественно. Отлично, еще и бомбочка.
Ну вот почему в некоторых уровнях все так классно складывается, а в некоторых, ну, вообще никак. Мультишар, вот, пожалуйста, на ровном месте. Просто иногда обидно бывает. Когда вот смотришь на то, как тебе везет, а потом на ровном месте через два хода уже не везет. Ну, через два уровня там. Ох ты, еще. Вот смотрите, ну вот как это назвать, как невезение, а? Хоть последний уровень прошел легко. Такая маленькая ложка меда. Чи. Ну да. В бочке с дегтем, или как это назвать. Ну вот. Все, что я получил. Ни монеток, ни, блин, один несчастный молоточек. Как-то так. Ладно, положим плитку, раз мы уже собрались это делать. Варианты. Наверное, тоже такой, да? Этот, не знаю, этот тоже. Пускай будет в таком сказочно-голубом все эти все цвете. А, Джеб, отличное покрытие. У нас теперь самый красивый балкон в городе. Это точно, сынок. На таком можно поставить даже подъемник побольше. А, сэр, вы же не собираетесь еще раз пытаться подняться на балкон? Джеб, я никогда не отступаю. Оливия увидит рыцаря на балконе, а в свой юбилей. И в этот раз все обойдется без разрушений. Так вы хотите притвориться рыцарем? Очень романтичный поступок. Да, как это будет выглядеть, мы узнаем из наших следующих обзоров. А на сегодня я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то поддержите его своими лайками. И оставайтесь с нами. Скоро продолжение. Пока-пока.